Неубранный вовремя мусор может стать причиной опасных болезней. Подтверждение этому заметно участившийся в Прикамье случай заболевания людей геморрагической лихорадкой. Причиной тому расплодившиеся в этом году грызуны, которые и являются переносчиками этого опасного заболевания. Причем вакцины от нее не существует. Главная мера профилактики – истребление грызунов и отсутствие контакта с ними.